Здравствуйте. В общем, имеется 25 альбомов вот этих марок почтовых. И хочу я их продать без торга, потому что я в них не разбираюсь, и они мне не нужны. Вот. Не знаю я, есть тут редкие, нет тут редких. Ну, естественно, здесь по большей части такие стандартные, он со всякими самолетами, потом что у нас там, животные, растения и так далее, тому подобное. Короче, внутри, вот видите, тут все как бы цивильненько, все это самое, но снаружи, видите, ну, состояние альбомов не особо. Вот, также стоит заметить, что некоторые альбомы не до конца заполнены. Но тем не менее, однозначно, без торга, без просмотра чего-либо. Я вот буквально сверху сейчас взял два альбома, чтобы показать, что тут внутри. Ну, цветочки, соответственно. Даже не знаю. Ну, блин, на самом деле я просматривал, были какие-то там какие-то необычные такие марки. Какие-то старинные, довоенные, довоенные. Вот это же ценится, правильно. Но сейчас вот эту кучу смотреть, разбирать, ну вообще неохота, короче. Если кому-то интересно, то пожалуйста. В этом случае пишите, звоните, расспрашивайте, узнавайте. На вопрос типа, а у вас есть там марка такая-то, такая-то, такие-то, такие-то марки? Ну, не знаю, есть тут, нет, просматривать я не собираюсь. Вот, еще хочу дополнить, что давайте вот возьмем еще вот этот альбомчик, посмотрим. И на этом все. Есть еще много марок, таких, знаете, в упаковке, что ли, или как сказать, необрезанные, как бы. Здесь у нас, соответственно, космическая тематика. То есть тут альбомы тематические. Вот, я имею в виду вот таких вот марок много. То есть целиковые. Как сказать, не знаю. Ну, космос, космос. Здесь у нас космос, все. Ну, как видите, все. Человек, коллекционировал, дед. Ну и все. Деду они больше не нужны. Не пригодятся. Всю жизнь их коллекционировал, можно сказать. Вот. Все раскладывал, все там что-то с кем-то встречался, что-то там перепродавал, что-то это самое. Вот чешские, я так понимаю, какие-то. Так, что у нас тут еще? Ну, можно поискать какие-то. Я думаю, вот арабская какая-то. Я думаю, есть тут интересные экземпляры. Ну, считаю, 10 тысяч цена адекватная. Вполне адекватная, потому что смотрел. Вот видите, не заполнил лист. И вот так вот можно сказать в каждом альбоме. Плюс-минус вот так вот. Но в целом марок до хрена, поэтому цена такая. Потому что посмотрел я. Это самое. Ну, у других продавцов, то есть продают намного меньше и намного дороже. Тоже, в принципе, с цветочками, со всякими животными, ну, такие стандартные. Понятно, да? Продают намного дороже. Я как бы всем этим не хочу заниматься. Я единственное, что пыль протру перед продажей с альбомов и отдам их вам. Давайте глянем вот еще один ради интереса. Ну, тут животные. Тут животные у нас. Тут животные. Ну вот, опять же таки, не заполнен. Но это прям он что-то совсем не заполнен, наполовину. Ну, что, еще что ли глянуть? Так, здесь у нас цветочки. Куба. Вон, Винни-Пух. Все тут имеется в полном объеме.
Ну, как бы готовьтесь к тому, что вы получите стандартные марки, вон с кораблями, со всякими маяками, поездами. То есть все как у всех, если вы этим занимаетесь давно. Вот. Готовьтесь к этому, по большей части, естественно. Ну, редкие, говорю, что-то я там видел. Какие-то мелкие, какие-то редкие, довоенные, что-то там 1930-й, по-моему. Что-то в этом роде. Ну все, думаю, достаточно. Если интересно, то приезжайте без проблем, отдам все в одни руки.